Здравствуйте, уважаемые поклонники лучшей лиги мира. Мы с вами находимся в Туле на стадионе «Арсенал». Здесь местная команда принимает красноярский «Енисей». Это четвертый тур Мелбет первой лиги. «Арсенал» – лидер чемпионата. Максимум очков у «Тулюков», команда Александра Стражука. Она держала 3 победы в 3 матчах. Единственная команда со 100% показателем. 3, 2, 1. Все готовы. Игра началась. «Арсенал» в красно-желтой форме, красный комплект у «Енисея». Меня зовут Ильин Керимов. Чуканов. Ломакин, междузащитниковый пас хороший. Масловский навешивает на линию вратарской. И гол забивает «Арсенал». На 7-й минуте это делает Тимофей Шипунов, который оказался в роли ситуативного форварда. Открылся и головой забил. 1-0. Ну что, первый же свой момент «Енисей» реализовал и, по-моему, первым же ударом забил. Вот так. Бодрое начало. И обратите внимание на количество игроков «Арсенала» в чужой штрафной. Да, это полноценный стандарт, можно так сказать. Сразу 7 игроков, 6 игроков в штрафной, еще один на подступах в штрафную. Скидка, удар, но, видимо, был офсайд. В атаке «Арсенал». И подача. Удар головой и 1-1. 1-1, 22-я минута. «Арсенал» ответил, и это Данил Липовой. 2 гола головой мы с вами увидели. И 2 гола после подач крайних защитников. Даже не просто крайника, а после подач двух левых защитников. Низом. Открылся Минаев, потерял мяч. Пытался его найти. Минаев успеет или нет? Не успевает. Вышел вратарь. Добивание. Рука. По-моему, была рука. Нет. Давайте смотреть. Ломакин на Рукаса. И вот здесь они мяч теряют. Чисто играет вратарь. Сложно понять. А здесь... Я, честно, не разобрал. Может быть, здесь мы увидим на этом повторе. «Енисей» атакует. Ломакин. Заброс за спину защитников. Открылся Савельев. Ассистент не поднимает флаг. Савельев бьет. Левашов отбивает мяч угловой. Чуть ли не впервые в матче такая передача из глубины за спину прошла. За спину защитника прошла на Савельева. Он открылся. Не было здесь офсайда. Их там, как правило, немного. А нет, это и «Арсенал» атакует. Хабибов. Да, «Арсенал», конечно, атаку проводил. И редкий случай, когда поймал соперника. Но, с другой стороны, мяч уже вышел. Вот такой удар. Нет, офсайд. Это Липовой с нулевого угла почти бил, но уже после того, как оказался в положении вне игры. Редкая возможность у «Арсенала» в контратаке что-то создать. Обычно это позиционная атака. Тут пространство есть. Липовой прошел, пробил и спасает свою команду Антипин. Красота какая. Липовой мог сейчас оформить дубль. Как прошел, как сместился. Вот смотрите, да. Цейс. Неудачный мяч выбил сейчас на Липового. Турищев. Турищев справа бьет. Снова Антипин. Вышел, меньше минуты на поле провел, но первый удар нанес Максим Турищев. Через Самойлова. Турищев налево. Цараев. И подключается Жилкин. Передача низом в штрафную. Подбор. Цараев бьет и забивает. Цараев на 6-й добавленной минуте. 2-1. Вот это развязка. 2-1 «Арсенал». И это 4-я подряд победа в сезоне на старте. 100% результат. Ну, здесь уже точно. Повторяют они достижения команды Дмитрия Оленичева. Новичок «Арсенала», который перешел из «Алании» летом. Как я понимаю, уже прозвучал финальный свисток, да? Так и есть. «Арсенал» обыгрывает на своем поле «Енисей». 2-1. Драматичная развязка. Это первый гол Цараева за новую команду. Поздравляем команду Александра Стражука. Ну и «Енисею» удачи в предстоящих матчах. Спасибо вам, уважаемые телезрители, что были с нами. Игру для вас работал Ильин Керимов. Любить футбол, он того стоит. Счастливо.